Добрый день! Сегодня мы с вами изготовим вот такую маленькую коробочку переносную с ручкой для того, чтобы сюда ложить болты, гайки, саморезы. Ну, в гараже, на даче очень даже пригодится. Очень часто мы выбрасываем емкость, вот приобретаем моющие средства всевозможные, жидкости, жидкость заканчивается, емкость ни к чему. Значит, что мы для этого делаем? Берем ножик, ну, делаем маленький такой пробой, раз. Можно ножницами. Вот. Потом вы видите, я не размечаю ничего. Берем ножницы и начинаем резать. Вот, вырезаем вот так вот по краю, смотрим на глаз. Ножницами она достаточно хорошо режется. Ну, в зависимости, конечно, есть потолще, есть потоньше. Ну, нормально. Вот. Обрезали. Можно сначала грубо обрезать, можно потом подровнять. Вот обрезали. Берем. Так. Так. Обрезали. Вот получается даже и равнять не надо. Так. После этого можно здесь просверлить. Или, значит, дрелью просверлить. Но в данном случае мы берем просечку, молоточек и пробиваем отверстие. С одной стороны пробили отверстие, видите, вот получилось отверстие, и с другой стороны отверстие. Пробиваем. Вот. Коробочка практически готова, 2 минуты и работа. Берем электрод, достаточно длинный, обмазку оббиваем. Можно использовать проволоку, ну, как говорится, электродах. Достаточно. После этого делаем небольшой загиб, около 3 сантиметров. Так, смотрим, где-то сантиметров 3. Вот. Делаем один загиб. После этого где-то надо еще до ручки, но есть тисочки. Можно по губкам тисочкам загнуть. Тоже пойдет. Вот раз, второй загиб. Готово. После этого меряем. Где еще один загиб сделать? Вот где-то вот в этом районе. Так, еще один загиб делаем. Сюда и немножко подвинем. Это расстояние нам известно. Значит, по губкам тисочках можно замерить. Вот. Все. Вот получилась ручка. Остается что? Ее вставляем сюда. Вот вставили. Берем пассатижи. Пассатижи, что загибаем. Загнули, прижали немножко. Так. И с этой стороны. С этой стороны. Так. 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 Вот. Вот. Маленький излишек получится. Излишек можно что делать? Обрезать. Каким образом? Ну, можно болгаркой, можно ножовкой. Удобно, что есть под рукой. Подогнули немножко. Вот. Все, готова емкость, коробочка. Можем вложить сюда инструмент невозможный. Положили. Вот как вариант, вот еще тоже была канистра такая, большая канистра. Тоже болгаркой обрезали, прикрутили. Очень хорошо, раз, положили сюда. Можно сделать емкость для краски. Побольше сделали, обрезали, ручку сделали. Наливаем краску, красим. Все, до свидания. Своими руками делайте вместе с нами. До свидания.